свою комнату содержать, она мне в чистоте, ну, в порядке. Да, порядке. Но сам дом 800 квадратных метров я не в силах содержать. Конечно. Вот мне говорят, допустим, чиновники, меняйте проводку. Ну, к себе я поменяла, а ну 800 квадратных метров, где я денег возьму? Так. У администрации нет денег, они собственники. А у меня откуда они найдутся? Сейчас готовится постановление о признании дома аварийным подлежащим сносу. Постановление находится в стадии согласования. После его утверждения, принятия этого постановления, оно будет направлено в управление имущественных отношений для дальнейшей процедуры расселения данного дома.